Подведены итоги года благоустройства в Якутии. Торжественное собрание общественности прошло сегодня в Театре оперы и балета в столице республики. В мероприятии принял участие глава Якутии Егор Борисов. Он отметил, что по итогам года благоустройства были определены лучшие по 8 номинациям. Также на мероприятии передали эстафету «Году молодежи». В целом мы охватили всю нашу территорию. Да, увеличилось число участников. Вот, например, население, да, с теми годами 6,5 раза увеличилось, то есть практически каждый житель принял так или иначе участие в данном мероприятии. Свои задачи мы выполнили, и в будущем надеемся, что мы достойно встретим столетие нашей республики, благоустроив наши населенные пункты.